Итак, Простоквашино 20 лет спустя. Неправильно ты, дядь Федор, бутерброд ешь. Это почему? Тут каждому по одному было, а ты уже третий доедаешь. А ты, Матроскин, будешь умничать? Я возьму у Шарика фоторужье и фотоприкладом тебе по башке дам. Лучше передайте, что там еще пожрать осталось. Слышь, Шарик. Это я-то, Шарик. Ты на себя давно в зеркало смотрел? Ты поговори мне еще. Где вчера весь день шатался? На выборы ходил. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Так, успокоились. Кто там? Открывайте, это наши приехали. Не открывайте. Наши в такую погоду только за деньги приехать могут. Здравствуйте, это я, почтальон Печкин. Принес вам заметку про болгарского мальчика. Киркорову одна женщина в Америке ребенка родила. Ура! Заработала! Ну-ка дай. Полезная какая газетенка. Сегодня, животные, на дело пойдем. Тут один мужик в лотерею гослото миллион выиграл. А откуда мужик-то? Читай. Из нашего проспекта!